что, ребят, и Ларбу соберем, и двух братиков забрали. Да. Мы подумали, ребята, и решили, что второго тоже заберем, потому что нельзя оставлять его возле трассы. Жалко. Ребенок молодой, приблизительно год. Короче, везем двух мальчишек. Да? Ну а что делать? Бог в помощь нам. Пушка моя, поедем домой к маме, поедем домой. Иди сюда, смотри. Вот и ты когда-то здесь. Это твой бывший дом. В приюте сейчас. Сейчас будем ехать домой. И моя сладкая. Ой, ты мой пес родной. Все. Слушай, Лена выписалась из больницы. И сегодня Ларгус едет домой. Давай быстро. Пописали и пошли в машину. Пошли. Ой, как... Лапку поранил. Подрался с собаками. Видишь, какой? Ты знаешь, скорее пищи. Смотри, какой красивый, да? А? Мальчик мой. Ну все, все, умник. А ну, Ларгус, покажи, как сидеть. Говорю, сидеть. Ты же послушный пес. Давай, сидеть. Не в настроении. Не хочет он в туалет. Все, где машина? Идем в машину. Ларгус, малыш, ты домой едешь. Мамочка тебя уже ждет. Ты моя красота. С раненой лапкой. Идет. Где мама? Ищи Лену. Красавец мой, домой приехал Ларгус. Лапку поранил где-то. Где-то на участке, наверное. А может, с собаками какими-то там не подружился. Он там не один был на передержке. Идем, мой золотой. Идем в лекарство. Все, повязку снял деловой. Ларгус. Сейчас придет мама. Ну, ты золотой мальчик. Красивый мой. Золотой ребенок. Тихо тебе. Поглажу тебя. Хороший мой. Умница. Сидеть, ждать. Сейчас Лена придет. Сидеть спокойно. Молодец, послушный мой песик. Снимай. Давай. Долгожданная встреча с мамой. Да. Ну, лапа раненая у него, видишь? Вижу, он боец. Боец, ты да. Где? Зачем? Осторожно. Ты осторожнее с мамой. Ну что, будем прощаться?